И безусловно, очень приятно, что в этот день мы открываем новый пояс с экспозицией, посвященной творчеству нашего удивительного поэта Владимира Владимировича Маяковского. Вагон имеет свою ценовую гамму, это зависит от тематики вагона. Но использованы все оригинальные фотографии. Просто в других вагонах там более активно изменены цвета. Ну, все это основано на оригиналах из музея Маяковского.